Всем привет! И сегодня на канале «В стране чудес» будет очередной канцелярский обзор товаров с сайта AliExpress. Начну сегодняшний обзор, грубо говоря, с того, что уже было, но что приходит постоянно, мной все время заказывается. Вот такие вот маркеры, металлизированные. Мне их приходится постоянно заказывать, потому что у меня муж их забирает на работу, потому что этими маркерами очень удобно где-то что-то делать, какие-то разметки, пометки, вот так вот, допустим, и потом это все легко стирается. Вообще эти металлизированные маркеры у меня покупаются для того, чтобы писать вот на таких вот черных бумажках. Вот такие всякие интересные надписи, рисовать солнышки, еще что-нибудь. Рисуют они прекрасно и замечательно. Вот так вот. Здорово и прекрасно они рисуют. Вот такое вот солнечное сердечко вам нарисую. Эти листочки я уже показывала тоже в обзоре. И мне было куплено их целая пачка. Это было буквально в предыдущем канцелярском обзоре. Целую пачку 100 листов гораздо выгоднее купить. Гораздо выгоднее и удобнее купить целую пачку. Это что уже было? Было, вот не знаю где, куплена целая упаковка, 10 штук. Достала одну штуку, чтобы снять обзор. Куда всю остальную пачку дело, не знаю. Заказала еще раз. Уже были в обзоре, как вы видите, это увеличительное стекло, да? Обратите внимание. То есть я надеюсь, что видно, как оно хорошо увеличивает. Я уже показывала. Очень удобное увеличительное стекло. Оно пластиковое. Его можно положить куда-нибудь в кошелек, в бумажник, все что угодно, куда засунете. Оно пластиковое, оно прекрасно гнется. Зачем это надо? Кому-то, может быть, надо зачем-то за своим. То есть, если вы ходите по магазинам, то я думаю, вы неоднократно сталкивались с тем, что иногда просто даже не прочитать какой-нибудь состав или срок годности. Очень удобная вещь. 10 штук стоит 70 рублей. То есть 7 рублей за штуку. Здесь они в пакетике. Сейчас я вытащу. Удобная вещь. Я говорю, первые я покупала где-то, наверное, год назад. Все они куда-то подевались. Бэмс. Прикольно, да? То есть видно, как хорошо оно увеличивает. Прикольные такие увеличительные стеклышки. Кто покупал, обязательно напишите в комментарии, как вам они в использовании. Видите, какая игрушка классная. Веселый у меня сегодня обзорчик, да? Веселенький обзорчик. В общем, увеличительные стеклышки уже были. Приехали вот такие вот интересные ручки со штангенциркулем. Вот таким вот. Проверяла, все работает, все прекрасно. И все замечательно. На чем бы даже показать? Так, сейчас покажу просто ближе. Так, фокус-покус. Так, я надеюсь, что все видно. Ручка стоила что-то в районе 30 с чем-то рублей. Опять же, была еще такая в серебре заказана. Тоже уже ножки приделала. Пока я собралась делать обзор, уже ножки приделала, куда-то убежала. Ручка пишет синим цветом. Обычная шариковая ручка. Приехали ручки вот такие, зайки-побегайки. Идут они лотом 2 штуки. То есть цена сразу за 2 штуки. Прикольные зайки на морковке. Ручки пишут черным цветом, гелевые ручки. Если кому-то не нравится черный цвет, в принципе, стержни можно спокойно заменить на синие. Такие стержни можно найти на AliExpress и даже в наших обычных канцелярских магазинах. Стоят они, в принципе, тоже сущие копейки. Вот, но я просто знаю, что многие все-таки предпочитают вообще все покупать на AliExpress. Вот такая вот милота. Классные, да? Очень классные. Очень понравились. И ближе к сладкому. Ближе к сладкому вот такая вот линейка, которая гнется без проблем. Это что-то. Я давно хотела такую линейку. Давно хотела. Я ее купила. Сейчас закажу еще. Дочке тоже понравилось. То есть ее можно прям вот даже вот так вот ее можно скрутить, эту линейку.
Я уж не знаю, для каких целей нужно скручивать так линейку. Но, тем не менее, штука прикольная. Не знаю, сделана из какого-то чего-то, как, знаете, как силиконовый пластик какой-то. Что-то в этом роде. Очень интересная линейка. Там сейчас, по-моему, можно выбрать цвет. Что-то там. Так, ну что, я себе испортила фон? Нет, слава богу, не испортила. Цвет, по-моему, только прозрачный и розовый остался, голубеньких нету. Свои функции выполняет. Линейка 15 сантиметров длиной. Отличная вещь. Просто замечательная вещь. Так, все нарисовали. Так, уберу этот листочек, чтобы он больше не мешался. Приехал вот такой веселенький пенал. В магазине можно выбрать любую мордаху. Стоит такой пенал 70 рублей. Все удовольствие за 70 рублей. Что порадовало, то что он идет с подкладочкой. Идет с подкладочкой. Пошито, конечно, так, в принципе, по-китайски. Но в целом нитки так особо нигде не торчат. Только вот здесь вот этот шов как-то странно пошит, который здесь на дне идет. Но очень порадовало, что эта подкладка здесь есть. Так что все можно, сейчас ручку закрою, все можно сложить в пенал. Готовимся к новому учебному году. Как вы видите, все сюда прекрасно вмещается. В принципе, можно не только для ручек, для чего-то еще использовать, не знаю, хоть для очков. Кому как понравится. Собственно, на этом бы я могла закончить, но у меня есть еще что вам показать. Это, конечно, не совсем канцелярия, но так как будет лежать долго до обзора, допустим, товаров с рукоделием, поэтому решила показать сегодня в канцелярском обзоре. Это термонаклейка на ткань. Переводится она очень-очень легко, кто не видел еще этих термонаклеек. То есть на любую футболочку, маечку, да я не знаю, хоть на наволочку. Кладете, берете утюг, утюг нагреваете на температуру хлопок, то есть максимальная температура. Вот эта вот пленка, она термостойкая. Ее можно гладить утюгом, прям вот эту саму пленку. Переводите куда хотите. Вот эта наклейка, посмотрите, какого она большого размера, вот по сравнению, да, с моей рукой. Она стоит сущие копейки, что там 50 каких-то рублей. Таких наклеек очень много. Сейчас, слава богу, цены немножко на них упали. То есть можно купить такие вообще в магазине. У этого продавца можно много чего еще картинок выбрать. Картинки каждый месяц появляются новые, новые, новые. И хочется все больше, больше и больше. Поэтому, я не знаю, может кто-нибудь захочет что-то еще такое украсить. Не знаю, какую-то сумочку хлопчатобумажную, еще что-то. Очень хорошо их клеить в первую очередь на хлопок. Стираются они прекрасно при температуре 60 градусов. Не деформируются с ними. Все прекрасно, все замечательно. Не знаю, на какой-то рюкзак, не знаю, на мешок со сменкой, куда угодно это можно приклеить и носить вот такую красоту. Я говорю, вот это вот, вот эти бабочки мне обошлись что-то там в 50, как я уже сказала, 50 с чем-то рублей. Вот такая вот няшная... Няшная милота. Собственно, а вот теперь вот на этом уже сегодня все. Все ссылочки, как обычно, будут внизу в описании под видео. Не забывайте ставить лайки, грозные дизлайки и писать комментарии. Ну и как обычно, всем удачных покупок, мира и добра. И пока-пока.